сегодня расскажу про тотемное животное. Что это такое, для чего оно нужно и вообще какие бывают они. Ну вот на этой картинке мы видим медведя, в принципе, тотемное животное. Она может у любого человека быть. Почему называется тотемное? Потому что как энергетическое нам прибавляет энергию это животное. Для чего они нужны? Для того, чтобы мы увеличили духовное. Но не так просто завоевать тотемное животное и увидеть. Не каждый может. Человек, который познает духовность, это большой путь. Я знаю свое тотемное животное, но некоторые не могут долгое время обрести этот путь. Дальше посмотрим, какие могут быть различные тотемные животные. Например, лиса. Что означает? Люди в основном этого тотемного животного очень хитрые и обмануть их очень сложно. И духовность приобретения этого тотемного животного может именно этим людям. Лев. Лев богодор, благородное животное, хищное животное. Она тихо крадется и нападает. На этой картинке мы видим множество животных. Как я говорил, человек может обрести тотемное животное. Но может быть несколько тотемных животных. Для того, чтобы приобрести это энергетическое свойство человека, мы должны очень долго медитировать, искать это животное. Оно может где угодно быть. Но в другом мире, а не в нашем физическом. Потому что мы выходим за пределы своего тела, когда ищем его. Волк. Волк это в основном ночное животное. Она охотится и воет на луну. Люди эти очень быстрые. Любители ночного видения жизни. На этой картинке мы также видим волков. Множество таких. В общем-то, создание, которое может приобрести цунами. Ворона. Также могут и птицы быть. И не обязательно птица, может быть и насекомым. Тотемным животным может практически всем, что угодно. Но одушевленным, именно одушевленным существом. И при вызове этого животного мы можем пользоваться. Некоторые древние люди пользовались свойствами этих животных, вызывая их, они а
могли воплощаться в различных животных и полностью обретать над ними контроль. Но в основном эти были не тотемные животные уже. Об этом мы поговорим в следующий раз. Но тут заяц спокойно, человеческая душа, которая может приобрести практически любой человек. Ну, кроме тех, которые характер не тот. Здесь множество животных: волк, медведь, орел, олень. В древности люди делали тотемов. Для чего? Поклонялись ими. Для того, чтобы обрести силу. И обретали силу лошадь. Это быстрые свойства тотемного животного. Да, вот я. Огромная выносливость, резвость и сила. Даже еноты могут быть тотемным животным. К сожалению, не могу сказать точного свойства этого животного. Медведь. Медведь всегда был силен во все времена. Его почтили, даже делали тотемы, поклонялись им, брали шкуру медведя для того, чтобы обрести силу. Поэтому, обретя этого животного, вы будете определенно сильны. В принципе, сегодняшнее видео закончено. Рад вам показать новое видео. Буду рад, что вы просмотрите его, оцените. А дальше я буду продолжать показывать вам новое интересное. Всем пока, ставьте лайки. И ставьте колокольчик, для чего кликайте его, для того, чтобы всегда быть в курсе новых моих видео. Делайте комментарии, а я вам буду писать новые интересные истории.